Сегодня наш день необычный начался. Батюшка позвонил, что задержали вора. Вот у меня сразу возник вопрос, как это получилось? Что-то у вас разговор был? Что ты как на дежурстве был или как? Нет. А как, фуражку поднимет или оберни, а как? Вот эта машина, она уже 28 числа здесь была в Потеряевке, августа. Вот это? Да. Вот эти номера. Я тогда сфотографировал, я их поймал. Ну как поймал? Просто услышал, машина какая-то работает. На машину поехал. Ты-то где был? Как получилось, как ты? Вчера-то где ты был на ночь сегодня? Как ты мог, где его перестрелить? Никак я не пойму. Ну, случайно, видимо. Ну, поехал, прокатился вокруг околков. Посмотрел. Ну то, что, ну что, постоянно что-то крадут, воруют. Ну, во сколько это было, когда ты поехал? 112, может, было. 12. А один был в машине? Один. Так. Ну и поехал посмотреть вокруг околков, кладбище где? Кладбище, так, до лесополосы, где разъезд. До разъезда доехал. Так, вокруг поехал. Там в околке встал. Думаю, постою немного, смотрю, фары какие-то. Ну все, поехал сразу. А фары-то вы уже вот увидел, что машина из Потеряевки идет. Да, да, да. И ты тогда за ним, А он-то тебя, наверное, не видел сразу. Ну сразу-то нет. Я сперва поехал с выключенными фарами. Потом луна-то светила. Ну потом уже фары включил ближе-то. Вон давай это угонять. Я говорю, если я тебе говорю, не ворован, я говорю, что ты угонял-то? Ну ты как вот, ты гонишь за ним, у него какая примерно скорость была там? Да, ну нагнал, наверное, 120 я шел. Это где это? На проселочной дороге такой? Ну я на поле вышел, там уже пшеницу убрали, я по стерне пошел. Ну это ему как машину поставил на поверек, как ты ему мог остановить-то? Да я начал как бы с дороги спихивать. Ага. Он понял, что ты что-то имеешь. Но он-то не знает, кто в кабине и сколько. Нет. Ну он сейчас остановил. Остановился. Я вышел, говорю, выйди из машины, говорю, отойди подальше. Он отошел, ключи выдернул из машины, говорю, багажник открой. Он открывает, солярка, говорю, откуда везешь? Вот со станции, говорит, купил. Я говорю, что ты, говорю, непонятно, а куда едешь в Катниково? Я говорю, со станции, вот, раз ты на Катниково ушел, я говорю, зачем сюда-то было ехать? Я дорогу там не знаю. Если ты родился в Катниково, живешь там, то ты, говорю, должен все дороги знать. Сюда ты, говорю, с чем поехал? Я ему показываю фотографию, говорю, видишь, 28 числа эта машина здесь была уже в Потеряевке. Тогда сидело трое в ней. Сказали, что заблудились, они Корчинские, как они мне сказали. Фамилию назвали, все, то, что мы с Корчино. И меня просто на следующий день, я поехал в Корчино, в магазин, там хлеб покупать, что-то еще. И спросил у местного населения, говорю, есть такая машина? Мне, говорит, нету, даже фамилии такой нету. Соврали все. И у меня стало сразу подозрение, что они должны, значит, еще раз сюда приехать. А когда? Ну, никто не знал, когда. Просто случайно вот так-то вот он появился. Конечно, мы верующие понимаем, что не случайно. Мы все время молимся. Избави нас, Господи, от пожара, от воров, от нечистой силы. Каждую ночь и днем мы взываем к Богу. Ну и ты-то оттуда начал звонить своим или куда? Ну да, Барабашу позвонил. Разбудил батюшку, наверное, приехали они. Лена была. А он стоял? К тебе не подходил, ничего? Не, я ему сказал, чтобы он от меня стоял метров 10-15, что вообще близко не подходил ко мне. Правильно. Он пытался что-то там подойти, поговорить, я говорю, стой так, где тебе сказали, я говорю. Вот сейчас машина придет, я говорю, будем дальше разговаривать. Ну, он до последнего, то, что я ее купил, то солярку в Корчино на станции, все. Фамилию называет, человека там какого-то. А когда оперативники-то приехали, тут же раскололся. Сразу. Пошел, показал, где сливал, как сливал, что делал. Я ему, вот ты первый раз, я говорю, ты первый раз попался, а не первый раз сливал. Ну и так понятно, если сейчас закон принят и до 5000 не судить, Дума приняла, до этого было до 1000 виноват,
то теперь он будет 4999. Высчитал, а там можно подогнать цифру-то. Преступная власть, преступная дума, все преступное. Сплошное государство-мафия через тире. Его все задержат, и мы сегодня сказали, ты домой поедешь после обеда, и все там записать. И ничего нельзя сделать. Ничего. А если он своровал на 50 тысяч, они все равно перепишут, скажут, это не он взял, ему подкинули. Тут очень легко все делается. Поделили и все. Почему коррупция, говорит, особенно свирепствует, я как вот считал, в Алтайском крае и самые низкие заработки. А что он пойдет зарабатывать? Работы почти никакой. А тут пришел, слил 11 тысяч в кармане. Чего ж не будет? Сегодня у него расписание, сегодня в Барабашу, завтра в Корчине, где и как. Я маленько поговорил с ним. Ну, у Бога-то все вымерено. Как бы был неверующий, конечно, самосуд, больше ничего не остается. Переломал ему, говорит, что не, на чем ездит, и все. А так, что? Я ему рассказал о Боге, помолились, больше ничего. Сказал, какие есть в государствах других законы, сколько классов кончил. Фамилию ты его узнал? Нет, нет. Тебе не сказали, это Барабаш знает. Его я... Дима звать? Ну, так назвался он. Ну, так ли это? И надо было спросить там. Так у него же документы брали. Кто? Ну, когда Барабаш-то переписывали. Ну, Барабаш я-то не видел. Это когда они приехали, это ночью сразу переписали все документы у него. Надо было записать документы, съездить, Володя, записать у Барабаша. Как его, кто он какой. Там есть директор, можно переговорить, ваши люди. И почему? Это считают, он взял. Взял на столько денег. Ну взял-то какая разница, вылил у него из трактора. Этому не на чем завтра косить поле. У него горючего-то больше нету. И на базе-то нету горючего. Он присосался к столу, сел за стол и ест в два раза больше, чем хозяин, вся семья. Потому что он настолько денег-то награбился. Залез в твой карман. Он нахально сел за стол, всех оттолкнул и сам один сидит чавкает. Вот как надо рассматривать-то. Выхода никакого нет, только молиться. А уж как Бог решит, как рассудит. Конечно, страшно впасть в руки Бога живого. Страшно. И когда случится, что Бог воззрит на это дело, тогда все дымится вокруг. А люди начинают судить, а где он, Бог? Молодой человек хороший, он тут бабкам помогал, всегда в церкви свечек кучу ставил. Но он что ставит? У меня знакомая одна была, она Нина, у нее брат. Пришел там, купил большую пачку свечей, бабки там перед ним, он как корабль проходит. Она говорит, они сегодня ночью ограбили магазин большой. Он обещал Богу, что если удачно ограбим, будет здесь. Она знает, она харистка и рассказывает, перед кем вы расступаетесь-то? Ну, в конце концов, закончилось, как всегда и должно было быть. Между собой не поделили. Я очень много с ними знался. Ложь – это даже за грех. Но ложь идет, она не один грех. Ложь прикрывает буквально все грехи. Ложь не дает раскаяться. Он не понимает этого. Да, он повторяет, он говорит, но Господь не коснулся сердца. А может, когда-то придет на память. Ну, придет на память, это все отрыгнется. Чужое взял и сблюешь, говорит, 10 раз. Это отразится на тебе и на детях твоих. Он не знает, но ему сказать. И когда ему достигнет, когда уже каленый шлем на голову Бог наденет, тогда будет из ушей дым идти. А ты только благодари Бога. 7 раз в день прославляю Бога за суды правды твоей. И не удерживай меч Господень от крови, и будешь проклят. Притч. Это пророк Иеремия говорит, проклят, 48 глава, он не знает ничего. Я говорю, Евангелие есть, крестик не носит. Ну, согласился послушать, помолился. Я говорю, такие-то, как ты, у тебя друзья есть? Есть, я им еще визит сделал. Придет время увидеть себя. Вот так. Ну, и он не пошел, видишь, дальше. Если бы он дальше, то он... Но он не знал, сколько в кабине человек-то. Потому что вот он избрал самый щадящий метод. Он не бросился, не стал закрываться, когда приехали.
Ну и все, его держать больше не за что. Не, он рассчитывал то, что его отпустят. Ну, то, что мы поверим. Он мне потом-то утром говорит, когда уже оперативники вот-вот должны были подъехать. Он говорит, да. Он говорит, я думал, что... Я говорю, ты вообще на что надеялся? Я думал, говорит, поверите, ну, как и отпустят. Ну и поеду домой дальше. Да. А ведь человеку-то уже с 82-го года, считай, 33 года. Возраст Христа. А ничего нет. А может он отстать? Нет, не может. Ему уже не отстать от этого. Это как в народе принято уже у них называть клептомания. Ему век уже не надо. Он ворует это в Америке, ворует, везде ворует. Так. Выход один. Обратиться ко Христу, покаяться. И в 4 раза заплатить тем, где ты украл. Вот так. А я думал, что это, у вас как-то там дежурство это, что есть, там был-то ты. Нет. Ты сам на себя взял это. Решил покараулить. Да. Угу. Понятно. Хорошо. Спаси Христос. Будем молиться, но у Игоря-то чего только не воровали уже. И овечек смотришь, только голову в кустах где-то воруют, тут же режут и муку. Ну, нет, то, чего бы они не воровали. Все тащит. На днях и радиатор утащили у него. Ну, говорит, это не он радиатор утащил. А кто? Другие. Это не я. Он сейчас говорит, сейчас будет... Они машину поменяли, сейчас у них 8-ка или 9-ка. Их там 3 человека, которые будут сюда еще приезжать, что-то брать. Да. Он рассказал полностью все. Выхода никакого нет. Что, не будешь автомат покупать подпольно и сидеть караулить в кустах? У нас выхода никакого нет. Бог направляет через это к нему, только к Богу. Нет никакого выхода. Ну а что сделаешь? Вот они даже ты их встретил, они трое. Еще ты остановил машину, а их выходит трое, еще будешь делать. Только номер машины запомнил, и все. А он приехал, спрятал, ничего нету. Милиция-то полиция, она же не обладает открытием тайн. Они так вот где-то что-то услышали, сказали. Еще и боится этого снимать вначале. А он уже приезжал, уголовный розыск, который в кабине-то сидел отдельно, записывал. То меня не снимайте. Я говорю, это наше дело, там мой ролик, мой труд, я тружусь, записываю. А что, в прошлый раз так же был, он приезжал тут из-за Гали Глушковой. Ну и на крыльце церковного. А я не хочу. Не хочешь сидеть дома. Ну и все, успокоился. Афонин ничего не говорит, это милиционер Кощинский, а этот начал перепениться. У нас было не раз, когда ехали дорогой, полиция останавливала, везде все снимается, везде. И где не посмотришь, везде идет запись. Вот к нему, когда в кабинет зайдешь, там запрет есть, в кабинете у него не снимать. Ну, закон есть. А что снимает его, их 1000 роликов таких, как полиция допрашивает, как пристает. И как они отвечают, которые, и как их, ну дальше все это приезжает адвокат, разбирает, глядишь, его сняли, то арестовывают, что взяточники. Прям тут же этим на дороге ДСП кто там заламливает руки, потащили, особая группа какая-то захвата. Мы ничего не можем делать, совершенно ничего. Но написано так, что кроткие наследуют землю, наследуют, а грешник пойдет в землю. Какие были люди, страшно сказать, Сталин, Гитлер, нигде как будто никогда не было. Ни власти той нету, ни этот страдали-то они за насаждение своей власти. Национал-социализм, национал-фашизм. Столкнулись два змея, как в предисловии написано в книге «Исфирь». Он видел, как два дракона сражались между собой. Пришло время, все исчезло. Сейчас смотришь, Ирод был, хватал, убил жену, двоих детей. Пришло время уже, это 2000 лет назад. А Ирод-то не умер, он где-то. Где он? А Ян-то Креститель-то не умер, он где-то. А где он? Нет большего пророка. Все это мгновение одно. Была Потеряевка, исчезла. Были города, государства, исчезли. Так что, может быть, через это дверь Господь откроет до них, достучаться. Все-таки говорили о Боге. Дали все визитки, свидетельствовали. Сегодня даже Таня Никитина, которая в Корчине, Миша Никитина, попросила Евангелие с крупным шрифтом, тут бабушкам.
сколько-то дать. Ну, я 40 штук поставлю. Да. На первой там странице по благословению патриарха Кирилла. Хорошие, красные, четверо Евангелия, четыре Евангелия. И как-то что-то доходит. И... Благодарю. Спаси Христос. Ладно. Вот перед Богом. Кто-то старался, трудился. Вот так. Все, Володенька. Надо было барабаша.